Спартак смело идет вперед и имеет возможность. Вот видите, Шавло вышел вперед. Положение не игры нет. Шавло приближается к штрафной площадке. Обыгрывает вратаря. Удар. Гол. Вот видите, как красиво использовали спартаковцы. Возможность быстро пройти к штрафной площадке. Шавло забил третий мяч. Ворота Брюгге. Вот, посмотрите, ушел. Положения вне игры не было на этот раз. Шавло обманул защитников. Ушел в штрафную, обвел вратаря. И ничего уж тут поделать.